Привет, друзья! В Испании уже окончательно пришла весна, потеплело, деревья скоро все зазеленеют. И сейчас зашел в такой район, еще ранее здесь не был ни разу. Это Ирун. И пройдусь по улице, просто прогуляюсь, покажу вам, как выглядит испанский городской пейзаж в это весеннее время. Сегодня 25, по-моему, марта. И сейчас вы посмотрите, как выглядит город в этой его части. Я здесь еще ни разу не был. Мне нужен был один магазин. Я сюда зашел и решил вам показать, как здесь выглядит местность. Смотрите, какая застройка, видите, современная. Этажность 2-3 этажа, не больше. Нету высоток никаких. Какой-то магазин интерьера. Вот, уже клумбы, видите, засажены цветами. Смотрите, якорь обалденный, здоровый. Он реально в мой рост. Очень большой. Вот такие вот дома. Каждый дом по-своему чем-то уникален. Нету такого одинаковой застройки. Все как бы имеет свое отличие и соблюдается только этажность. Вот этажность, да. А цвет, какой-то дизайн, все, собственно, уникально. Мотомагазин, но почему-то он закрыт, по-моему. Вот такие здесь аппараты продаются, триумфы. Еще что-то. Экипировочка. Вот смотрите, какой жилой райончик, видите, вот такая вот здесь застроечка. Кафешки. Вот дом интересный, серый цвет такой прикольный у него. Ну и вот, видите, белье, висящее на балконе. Традиция испанских домов. Вот такие вот домики трехэтажные переходят вот в такой вот дизайн домов. С балкончиками такие интересные. Вот дом, смотрите, как отличается от соседнего стоящего. Такой прям испанский стиль. И вот. То есть идешь и постоянно глаз как-то вот под впечатлением чего-то нового. Интересный дом. Смотрите, все балконы в старых антеннах таких. Не знаю, кто их все использует. Антенны эти телевизионные, это уже древний мир, ну, висят. Они любят украшать, испанцы, имею в виду, балконы свои разными цветочными растениями. Сколько балконов, и буквально на многих из них есть цветочные косты. Вот эти дырчики, конечно, затрачивают. Деренчак, и сколько оно едет, сколько оно деренчит. Уже так зазеленело, клумбы повысаживали, видите, на всех развязочных кругах. И вообще вокруг потихонечку все становится зеленым. Сегодня, правда, день такой не особо солнечный, но все равно красиво.
красиво. Вот еще домики квартирные, ну, многоквартирные дома. 2-3 этажа получается у них. Переходы везде. Даже если переход пешеходный нерегулируемый, вас здесь пропустят. Это здесь табу. Практически, ну, я не видел ни разу, чтобы кто-то из участников движения нарушал и не пропускал пешехода. В Европе, конечно, это не Индия, не Азия, там, где перебегаешь. Даже в Турции там особо как бы никого не пропускают. Всегда можно где-то присесть, лавочки вот подобные, на которой сижу я, расположены буквально на каждых 30 где-то метрах. Вот смотрите, рядом сидят вот пожилые мужчина, женщина. Дальше тоже лавочки, то есть все оборудовано для людей. Вот тоже красивый дом. Смотрите, балкончики классные. Вот такая вот она, Испания. Нигде нету участка, который бы не был покрыт, ну, либо вот кустарником, видите, сплошную засажен. Нету голой земли, чтобы не было грязи и пыли. Либо плиточное покрытие. Вот. Именно плиточное. Асфальт присутствует только на участке, где велодорожка. Вот на велодорожке, да, там асфальт. А все, что для пешеходов, это в основном плитка. Чтобы не было каких-то неприятных запахов, потому что асфальт, ну, вы сами понимаете, битум, он в любом случае издает какой-то запах. Ну, хотя рядом велодорожка, она вот с асфальтом. Интересный фасад дома, вот. Такую плиточку крапчатую сделан. Красиво. Так, хочу зайти в мотомагазин, посмотреть, какие здесь продаются, какая мототехника продается, что можно купить за недорого. Хочу себе какой-нибудь байк приобрести, ну, вот такой вот. Здесь в основном скутера. Не, вон и мотики есть. Вот такой вот магаз. Видите, вот двухколесная. Впереди. Оля. Okay. Вот МТ-ха. Ямаха. МТ-125. Ну, малокубовик такой. Для города экономичный кататься. Еще такая Ямаха. XSR-125 тоже. Ну, здесь таких монстров 600 кубовых литровых я не вижу. А вот такая вот ассортимент большой скутеров. Веспочка вот такая беленькая. Чисто для девочки. Вот такая вот нежно-зеленая. Симпатяга какая. В общем, вот такой вот магаз. Шлемы есть, куртки. Можно посмотреть. Такие вот шлемы. 69 евро стоит вот такая вот курточка. Это не кожа, какая-то такой материал тряпчаный. И здесь, естественно, для суставов локтевой защиты. Для спины ничего нету. Ямаха, кстати. Это значок Ямахи. Пила вот прикольная. Тоже такой скутерок. Интересно. Ну, короче, здесь в основном скутеры, так понял. Байков именно таких вот полноценных здесь мало. Мотоциклов именно. Вот только такие две штучки стоит. Ямаха 125. На улице полно всякой техники. Наверное, тоже продается. Вот стоит Трассер 9, Yamaha GT какая-то. Вот такая вот
уже с номером испанским. Или это чья-то, или это продается. Наверное, продается, потому что сильно чистая. Красивый такой мотик. Сейчас спрошу, сколько стоит, интересно. Ну, красавец, конечно. Он такой, как, наверное, турист, да? Класса. Или эндурик какой-то. Ну, или стрит, не пойму, короче, что... какой категории его отнести. Ну, прикольный мотик. Трассер. Вот на вот этой шильде, видите, написано трассер. Щиток приборов здесь прикольный. А, это спорт турист с 2015 года выпускается эта модель, трейсер 900 кубовый. Вот средняя его цена где-то бэушки, ну, в районе 5-6 тысяч евро. Это вот по украинским ценам, здесь не знаю. Здесь уже стоит вот Акрапович. Выехал такой ничем. Заряженный уже, резина хорошая. Пробег здесь, правда, не вижу, потому что щиток электронный. Здесь посмотреть счетчик, нужно включать зажигание. Короче, друзья, за недорого там ничего нету. Вот эта Yamaha Tracer 9 стоит 15 тысяч евро. Она новая, без пробега вообще. Поэтому вот такая вот цена такого мото. Не знаю, он этого года, 23 или 22, ну, я думаю, где-то плюс-минус. Вот такая вот стоимость такого мотоцикла нового в Испании, чтобы вы понимали. 15 тысяч евро. Yamaha Tracer 9. Ну, только я не пойму, почему она уже с номером как бы зарегистрирована. Не знаю, почему так. Ну, короче, я спросил New Bike, он говорит, да, типа, новый. Вот такие вот цены. Ну, это дорого. Я где-то в районе... до пятерочки что-нибудь бы себе посмотрел, чем надо. Или какие-то бэушные, ну, сайты, где бэушная техника продается, посмотреть. Или какие-то площадки поискать, не знаю. Что-то еще, может быть, найду. Вот пальмочка высокая. И такая вот разросла здесь несколько стволов, блядь, прикольно. Вот домик, видите, как сделан. Здесь некоторые балконы стеклят, как бы, да, вот сплошную, но это все продумано дизайнером. Здесь нету такого, что кто захотел, тот себе там что-то налепил. Такое здесь не проходит. Все должно быть согласовано с внешними всеми требованиями, там, с фасадом. Какой он запланирован, ну, как он спроектирован, так и должно быть. Вот какое-то лечебное заведение. Больничка, наверное, какая-то. Видите, вот еще домик, как бы. Каждый дом по-своему как-то уникален. Вот даже рядом они в стык стоят, дома. Посмотрите, вот фасады. Видите, этот такой, да, чуть-чуть отличается. Там еще чуть отличается. Как-то все так делается, нету такой серости и однообразия в фасадах домов. Здесь этажность уже побольше, видите, здесь этаж. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Шесть-семь этажей. Уже побольше. Интерспорт-магазинчик. Вот это вот остановка, чтобы понимали, вот такая вот. Здесь такой небольшой скверик. Я когда-то тут снимал, кстати, в этом скверике вот я был в небольшом. Здесь даже есть какой-то коммунальный вот туалет установлен, видите, посреди города можно сходить в туалет. Ну ничего, вот классный аппарат для города Кавасаки.
много таких вот уютных магазинчиков и кафешек с частыми пекарнями. Они продают разные, можно выпить кофе, кондитерские всякие изделия продаются. Ну, как кафешка такая. Вот смотрите, какой балкон обалденный, весь крыта через дорогу дом. Короче, как-то так здесь все. Так, здесь какая-то площадь небольшая с такой, с каким-то монументальным сооружением, не пойму, что это такое. Такой жилой двор четырехэтажного или пятиэтажного дома. Такая хрень стоит посреди этой площади с фонарями. Фиг знает, что такое. Ну, в общем, вот такое чудо. Ну, вот такой вот здесь типа парк, не парк. Ну да, небольшой парк. Уже начинают цвести. Видите, всякие растения, кустарники, деревья вон зацветают. Это что-то, не знаю, что это такое, но все уже в цвету. Да, такой вот парк. И вот деревья зацвели, видите, розовым таким нежным цветом каким-то уже, как бы такое нежное-нежное, видишь, цветение. Смотрите, как красиво уже расцвели тоже кустарники вот на этой площади, вообще красота. Деревья, правда, еще голые стоят, вот мы пообрезали верхушки сами. А это вот, не знаю, абрикос или что это такое, но уже все в цвету полностью, сплошная. Сплошное цветение, смотрите, как красиво. Жалко, что небо не голубое, было бы все. Классные фотки. Вот так вот. Весна орет вовсю уже в Испании. Вот такой здесь красивый вид. И вон те кусты, они, правда, уже давно расцвели, это магнолия, по-моему. А вот этих я не видел. Я буквально здесь был несколько дней назад. Такого цветения еще не было. А сегодня прям, смотрите, все ветки усеяны уже цветами полностью. Вот эти вот деревья зацвели напротив, которая детская площадка тут. В общем, весна. Ладно, друзья, вот такой коротенький ролик. Прогулка по улицам испанского города. Весна, красота. Всем добра, всем пока.